Так, игра, не вылетай. Я-то понял, что ты сказал. Опять такой интересный пул. Аккуратно от обилки надо играть. Две, три, полторашка? Нет, для меня это очень много. Типа за грань добра и зла. Спасибо большое, Узик. Я уже почти дохомячил, ча. Освобожу рот. Дальше будем думать. Ну, типа орков надо взять, наверное, да? Как-то так пока что. Так, еще разочек. Давайте так. Ну, смотря сколько они кастят. 0,7 на двоих, то полторашка. Если 0,5, то 2. Нормально у тебя там расчеты. Очень слабо. Очень слабо. Очень-очень-очень слабо. Предметы говна. Вот это 2 луна, это 2 фурион. Нормально. Плюс сколько урона будет? Плюс 2 хотя бы. 8. 8. Четвертый раунд. Угу. Нормально. Восемь, Ватьмаршу. Больно. Time for target practice. Our thanks. Вот сейчас стал еще больнее, да?
Но я свой организм знаю. А бывают дни, когда пивасик так себе. Домой идет тогда и по 4-1,5 бывает мало, ни хрена себе. Я столько катанг мог слить, если бы не знал, как разбагать. Ха. Ничего нету, да? Опа, две панды. Под шаманом. Ну ладно, не страшно. Мужик, я живой, здорово, здорово, Федона. Здорово. А чё, музончик подрубить вам? Вам же по кайфу, наверное. Я думаю, да. У нас там как раз сегодня день русского рока. Даже стрела до Мирана долетела паскудная. Кто ж там в тигре заходил? Джаггер, еще убьем, убьем, убьем Джаггера. Хорошо. Привет, Гоу, топ 8 и Next по фасту. Бугимон, отличное предложение, но я вынужден отказаться. Деньги нам еще пригодятся. My quiver and bow are ready. Хусик пригодится, потому что их надо пробивать. Я думаю, что они нормально это делают, но... Вот один бист не призвал. Второй не призвал. Без стеночки было бы печально. Просто лучшие перки. И что делать будем? Можно еще больше говно налутать. Так что ли брать? Enchanted, I'm sure. Что там народ понабрал? Угу. Mm-hmm.
плохой. Что за говномузыка? Вы сейчас сколько игр с чатиком будете играть? А как пойдет? Ну, пока играем. Время еще нормальное. Почему бы не поиграть? Гоблин с лазером? С лазером. Блин, с этим... А, глухом. Кто сбил этот стрик? All-in в шестом. Зачем? All-in с карточками. Смело. My quiver and bow are ready. А можно юнитов начать закрывать? Очень хочется. Тяжело будет. У меня нет, отрубился на минут 5, просто не знаю, прочитал ли ты это предыдущее сообщение, вот я его продублировал. Ага. Я не могу. Плохо, что шмотки в Миране, да? Так пока терпимо. Нужен левел. Гоблин сейчас сильный будет. Кстати, под конец может дота ран, посмотрим. Опа. Enchanted, I'm sure. Just sharpen my spear and I'm ready to go. Я думаю, и так дефэм не буду отдавать. Шмотки могу воды отдать. Ну да. Чтобы не переживать за то, что будет.
Надо было его лапнуть, наверное. Ай, мышка убежала. Кто идет, коза или химик? Ну, похоже, что химик. Перспективный молодой человек, но пустим его, да, отдохнуть. Четверок бы каких-то залутать на халяву хотелось. И не забыть, да, если что, что у меня забанены воины. Воинов ноль. Ой, красавчик, снайпер, стрик задефал. Близкие такие динофа. Бруду ролить. Я не знаю, где все мираны. Кто там миран попиздил? О, дизраптор. В 7-м левеле, хорошо. Здесь все понятно. Брудку бы пропихнуть вторую. Что-то по миранкам паскудно так, вообще пипец. Сетка очень много танчит. У тебя времени мой топ-2 по хп на стрике. Караска, приветствую. Да, я думаю, что тут париться не будем. Разборку не думаю.
Да, Disruptor Primal Beast 2 этот. Боже ты мой. Жестко. Перебан? Нет, меня пока воины устраивают. Я потом просто сниму бан, если мне не понравится. Ну какой Staff of Wizard? А, я закончил пить обезболивающее. Сегодня решил устроить разгрузочный день. Хреново. Ребро уже вроде заросло. Блин, от после переломов, конечно, это все дерьмо. Блин, варлок призовет, если его не убить. А как убить вот этого? Никак. Боже, мы справились. Вы видели, как мы справились? Здорово, Данил. На тоненького. Седьмой левел стол. Седьмой левел стол. Ну я вроде как пока ничего делать не должен. Вивера мне закрывает нежить. Хороший этот. Миранкову на халяву. Ну, самым страшным выглядит он. Гоблин еще, да, неприятный. ХЗ, один из первых переломов. Один из первых звучит так себе. Опа, Т3. Ну, блин, неудобно, это все фигня. Ну, хорошо, что все легко прошло. Мипарик. Четыре зверя с дизраптором. Такая жесть. Ну не надо только сейчас вылетать, пожалуйста, игра. Кто еще вылетел, чатик? Вопросики. Секс и рок-н-ролл плюс Мэтью Мэйер. Хорошо. Это был второй. Ребят, вторая игра из двух. Вылет. Это перебор. Это... О, меня пустило. Кайф. И меня пробили? Да ну нафиг. Я не хочу отдавать свой стрик.
Минус ТП. Я даже не вижу, кто в лобби есть. Кайф. Мне бы не помешал твой стрик. Марс не дожал. Че, минус ТП, да? Это я так. Ну, не знаю, много чего преувеличивают про перелома. Хотя они разные. Слушай, у меня сломан... Ну, я не знаю, тут видно. А... Вот этот, короче, мизинец, здесь косточка сломана. То есть, ну, вот на двух руках видно. То есть, у меня здесь на левой есть косточка на мизинце, здесь нету. И офигеть, сколько это доставляет иногда проблем. То есть, оно прям... Начинает чувствительность на погоду, побаливает иногда. Отстой. Они же зашли стрик сбить. Это Мипарь сбил стрик, да? Нет. Кто это сбил? Кто сбил стрик? Руфус? Нет, подожди. Сом? Ну, конечно, и юниты пошли. Теперь можно юнитов давать, да, игра? Enchanted, I'm. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Посмотрим, будем в будущем, как это скажется. А так, все два перенес просто. Ну. Тайд, есть пуля? Конечно, есть. Я бы это говно без Тайда не пошел. Я хочу иметь возможность все законтрить. Ну, почти все. Пароля. Ослабил свой стол. Сижу в говне. Одинов. Надо палку брать. Очень плохо. Я таких важных юнитов отдал. Некрас лоником. Блин, по идее мне нужно как-то в левел выйти. Как, непонятно. У нас снайпер, а I think beast take me more.
won't miss. In green. Enchanted, I'm sure. Time for target practice. Это очень плохо. Я уже хочу оставить ВР-ку. Мне нужен левел, но юниты пошли, надо их подобрать. Здорово, Crazy Russian. На таких соплях на гоблин дефл медузы нет. Может, напрухаем все-таки. Ну просто два. Два хороших юнита. А, так, подожди. Поменять курьера еще помогает. Да? Мне помогло. Здесь нужен нага, нужна. Ну, как бы терпимо пока что, но уже плохо. Тетрилоник, Вася. О боже, леги. Офигеть. И гоблин в восьмом линстрике, да? Enchanted, I'm sure. When I was beautiful, I never knew what I was missing. Ну, пока так придется делать. Мне нужно как-то разобрать эту дурочку. Как вы там говорили починить это? Бруда нужна. Зверь сейчас сильнее бруду был бы, да? Чё с Мираной делать? На лавку второго такого же юнита туда-сюда меняй. Sagan and I stand with you. My quiver and bow are ready. My kind of legion. Вот такого же юнита вот сейчас поможет? Или Т2 надо ее собрать обязательно было? Мне очень надо ее что-то с ней сделать. Мне эта Мирана сейчас как кость поперек горла. Time for powder in my shot.
Behold my beauty. Не починилось. Местами, в смысле, багованную, нормальную, прям на столе туда-сюда. Так я посвапал. Я посвапал их чуть. Так я перед на крипах посвапал. То есть ничего не помогло. Вот, смотри. Оп, оп. Оп, оп. Оп. Я ее и продать не могу, вообще ничего с ней сделать не могу. Это прям отстой. Ничего не хочет делать от Мирана. Я не могу остановиться. Не, броду больше врать не буду. Мне так пипец надо что-то с ней делать. Девять из восьми на раунд, а если снайпера выкинет? Мне очень нужно в медузу переложить эти шмотки. Такой прям отстой. Манта, конечно. Свапать, ну смотри, куда ее еще свапать? Ну вот свапаю, вот свапаю, вот свапаю, свапаю. Денег дашь? Или нет? Верка жива? Quiver and bow are ready. Behold my beauty. I don't miss.
Ой, просто мразь на Миране. Я ж с ней еще сделать ничего не могу. Опа. Ну, теперь только левелап можно дожать. Отстраните меня. Ну, напишите что-нибудь в чатик, отстраню сейчас. Федукс. Да мы там побеждаем, стопудово. Это рандом, то, что он меня пробил. Кто там был в роллах дальше? Дровка была. Дровка, худвинка, юнов. Вот, на говнохантерах даже 9 хантеров не дособирали. Мирана соло.